этот очень важный, хоть и немного грустный день, детская школа телевидения Днепропетровского канала ОТВ хочет поздравить вас, дорогие ветераны, с этим прекрасным днем и пожелать вам благополучия и счастья в доме. Пусть не сотрутся из нашей памяти победные дни 45-го. Уже давно прогремели взрывы той Великой войны, бойцы вернулись домой. Но до сих пор память тревожит воспоминания. Пять дней. Никуда не спрятаться. 9 мая заставляет вновь задуматься о мирном будущем грядущих поколений. Пусть слезы на глазах будут только от радости и смеха. Перед вами преклоняем голову. Мы вам обязаны не только независимостью, но и жизнью. Пусть каждое мгновение дарит вам радость. Улыбайтесь, верьте в себя. Все мы помним о вашем геройстве. И поверьте, что мы вспоминаем о Дне Победы не только один раз в год.